Я вернулся. Но это не точно. Rappin', oh my god, if I die, I'm a legend. Oh my god, if I die, I'm a legend. Ребят, простите, что вам было так грустно и одиноко без меня. Наслаждайтесь. Я надеюсь, вы по мне соскучились. По крайней мере, те ребята, которые... Да я знаю, что не соскучились. Что ты мне начинаешь-то? По крайней мере, те ребята, которые ходили на стримы, они хотя бы как-то наблюдали за моей жизнью. И те, кто были в группе, они тоже наблюдали за моей жизнью, хоть я ее и это забросил на несколько дней. У меня был занятой график, я вообще ничего не делал. Поэтому... Мне ничего говорить. Я пропадал очень весело, отдыхал от Ютуба и, в принципе, отдохнул настолько, то, что я захожу на свой канал, смотрю видеоролики, вижу то, что они говно, но мне так хочется их смотреть, поэтому я решил возобновить контент. Я вышел из зимней спячки, и теперь я буду выкладывать видеоролики, по крайней мере, я на это очень сильно рассчитываю, потому что экзамены я не сдам, и мне нужно как-то деньги зарабатывать. Хи, Ютуб, обожаю тебя. Я задам. А я теперь буду выкладывать видеоролики, но не только по FIFA, а по различным тематикам. Челленджи. Челленджи. Все, я не знаю что. Короче, за все необычные видеоролики будет отвечать она. Короче говоря, я тонко намекал на Диану. Она будет придумывать какие-то идеи, я надеюсь, у нее что-то получится, хотя я не верю в это. Если у вас есть какие-нибудь идеи по видеороликам, или если вы хотите что-то увидеть, то пишите в комментариях, если вы вообще еще знаете о моем существовании. Мы обязательно эти идеи реализуем, ну а пока что ждите новых видеороликов. С вами был я, D104X. Придумайте Диане это, кликуху в комментариях. А на этом все, всем пока. Гей. Гей? Гей. Да, блин, гей. Я скатился, извините.